В данный момент идет передача медицинских отрезвителей в состав отдела внутренних дел по городу Печоре. То есть медицинский вытрезвитель ликвидируется как самостоятельное юридическое лицо и будет в дальнейшем существовать как одно из подразделений отдела внутренних дел. То есть многие граждане, прочитав наше объявление в городской газете о ликвидации, восприняли это каждый по-своему, кто с радостью, кто без радости, но тем не менее вопрос этот наших граждан волнует. По этому поводу хочу сказать, что медицинский вытрезвитель свое существование на данный момент продолжает, работает в точно таком же режиме, как и работал раньше. Единственное отличие, что не будет у нас своей бухгалтерии, а так все остальные функции за нами сохранены. Также в соответствии с указанием президента было дано указание президента о передаче медицинских отрезвителей в ведение Министерства здравоохранения Российской Федерации. По этому поводу есть постановление правительства Российской Федерации о передаче Министерства здравоохранения. При этом, согласно этого постановления, функции по доставке граждан медицинских отрезвителей и обеспечению в них общественного порядка также сохранены за органами внутренних дел. А это значит, что даже в случае передачи в Министерство здравоохранения, все равно милиция в медицинском вытрезвителе присутствовать будет. В таком порядке медицинский вытрезвитель будет существовать и работать до поступления каких-либо других указаний. На данный момент больше никаких указаний нет. Вместе с тем, невзирая на все реорганизации и прочее, 4 марта нынешнего года мы отмечаем знаменательную дату. 75 лет со дня образования медицинских вытрезвителей в системе органов внутренних дел. Хочется поздравить личный состав медицинского вытрезвителя, всех бывших сотрудников медицинского вытрезвителя, ныне находящихся на заслуженном отдыхе, с этой датой. Хочется пожелать успехов в труде, хочется пожелать крепкого здоровья. И счастья, конечно же. Кроме того, впереди у нас очень большой праздник, 8 марта, Международный женский день. Хочется пожелать женщинам счастья, быть всегда красивыми, любимыми. Мужской части населения хочется пожелать, что, поднимая тосты за наших прекрасных дам за столом, помните, что медицинский вытрезвитель еще работает. Старайтесь к нам не попадать.